radical Islam is too bad. Что вы думаете о мусульманах? Не знаю ничего. Что-то как-то я тут не в настроении. Что вы думаете о мусульманах? Ну, они обычные люди. Как и все. Как и все. Да. Две ноги, две. И главное, чтобы человек был. Как вы относитесь к мусульманам? Хорошие люди, положительные, праздники готовят вкусно. Мусульманам хорошо отношусь, террористам плохо. Шашлык со свининой! Что вы думаете о мусульманах? Супер! Хорошие люди. Другая религия. Есть некоторые предрассудки, которые были подарены нам от отцов. В нашем возрасте, в нашем поколении, мне кажется, уже нет какого-то разделения, потому что мы все близко. Во-первых, о мусульманах я думаю то, что это очень братский народ, у них очень развито единство. И вот как бы они вот, допустим, даже если приезжает мусульманин в Россию жить, они обращаются в свою общину, им община помогает. Когда они встают на ноги, они возвращают эти деньги в общину даже с большим как бы количеством денег, да. Как бы. И в этом их преимущество. А у нас братство. В России такого нет. Братство. Да, братство, единство. Вот. Угу. Я считаю, что мусульманство это в первую очередь это как бы сплоченность. Очень большая такая сильная сплоченность. Ну, а вера, я считаю, вера. Ну, вера у всех разная. Что вы думаете о мусульманах? Нормальные, ну, есть хорошие люди, есть плохие. Угу. Все. Хорошие люди. Без комментариев. Я о них не думаю. Я вообще не думаю. Ну не, ладно, что я о них думаю, на самом деле. Что, люди как люди? Есть, конечно, ёбнутые, но среди нас есть ёбнутые, среди всех есть ёбнутые. It's positively about other people. I have a lot of friends who are Muslims, grew up with Muslims and speak with them like with other peoples. Nothing special. Muslims are normal part of society, just like participants of any other religion in the world. And like any others, they have radical people who participate in their religion, but then doesn't characterize them as a religion. Well, you know, I myself actually am an Orthodox Christian. About Muslims, I do not think anything bad. I don't know what to say. I think that radical Islam is too bad. It's terrible, but this is kind of a weird question because I guess like any belief can be true. Что вы думаете о мусульманах? Я думаю, что в каждой нации есть плохие люди, в каждой нации много хороших людей. Сейчас меня собьют на самокате. У меня были одноклассники-мусульмане. Это по-прежнему самые прекрасные люди, которых я встречала. Они просто замечательные, прекрасные, чудесные. Я их очень люблю. Что вы думаете о мусульманах? Я сама являюсь мусульманкой, поэтому положительно отношусь к этим людям. Молодцы. Я положительно уважаю. Не нация, а религия. Я тоже уважаю религию и капусту. Как вы относитесь к мусульманам? Положительно, абсолютно. Потрясающие люди. Замечательные, правда. Как и все остальные люди. I don't have some kind of Islamophobic. And I have not so much Muslim friends. But I have some. So, but in Russia I can say that Muslim population and Orthodox or atheistic are separate. They don't, not close. Yes, they separate. What do you think about Muslims? I think that they are
another group of people, and they have their own religion, and there are a lot of Muslims in our country, so I have a natural opinion about them. It's only another way of life, so it's their right to choose it, and I think that it's normal. I have not feels about Muslims because I don't know their religion and things. So you know, I have not comment. Sorry. Как вы относитесь к мусульманам? Я нейтрально. Почему? Ну, я в принципе человек такой очень позитивный, поэтому я никому плохо не отношусь. Что вы думаете о мусульманах? Мы уважаем очень, на самом деле. И мы смотрим «Великолепный век». Хотя он, конечно, недостоверный исторически, но все равно культура очень хорошо показана. Как вы относитесь к мусульманам? Хорошо. Как это проявляется? В дружелюбии. Какое ваше отношение к мусульманам? К мусульманам? Провокационно. Если это радикальный ислам? Нет, просто обычные. Нет, так не получится. Потому что, ну, мусульмане абсолютно разные. Я так и не могу ответить. Мусульманы, мое отношение совершенно тривиальное. То есть, ну, как бы, положительно. I think that they're nice people. It's about people, it's not about the nationality. And I have some friends or guys from my work. And I never had any problems with them, so they're like really nice people. Как правильно произносить, Иран или Ирак? Иран. Почему? Ну, город Иран. Город Иран. А Ирак это что? Иран. Это разные страны. А что вы знаете про эти страны? Азиатские страны, что там постоянно воюют, что там много нефти. Новости мы обычно смотрим, мы новости не смотрим. Откуда вы обычно получаете новости? Какой источник? Да, я как-то не смотрю новости, вообще даже не интересую. Новости — это очень угнетающая сейчас штука, с учетом в принципе ситуации в нашей стране, да и в принципе в мире, поэтому есть смысл их не смотреть. А что вы думаете о ситуации в мире, какое ваше мнение? Война — это плохо, все, это коротко и ясно. Получаю новости из ТикТока и Ютуба. А вы? Соцсетей тоже, Ютуба. У вас промыты мозги. Нет, у меня свое мнение есть на эту жизнь.